В Калининградской области проводятся проверки в сфере пассажирских перевозок. Очередная проверка прошла в самом западном городе Калининградской области – Балтийске. В отношении одного водителя был составлен административный материал по части 4 статьи 12.16 КОАП, а именно несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств. Также в отношении должностного лица был составлен материал по части 2 статьи 12.31 КОАП РФ, а именно выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация. Госавтоинспекция Калининградской области напоминает владельцам и сотрудникам автотранспортных предприятий о необходимости соблюдения действующего законодательства и правил дорожного движения.